Привет, я Поля. В этом коротком видео расскажу, как быстро оптимизировать Render Cycles. Секрет прост. Уменьши количество сэмплов рендера. Сейчас покажу. Запустим рендер в стандартных настройках. Подождем. Такой результат получается в 4096 сэмплов за 3 минуты 34 секунды. Не особо быстро. А теперь в этом окне уберем это огромное число и поставим вот это. Давай сравним результаты. Такой результат у меня получился при 1024 сэмплов за 2 минуты 21 секунду. Ну, уже чуточку лучше. А такой при 512 сэмплов за 1 минуту 25 секунд. А такой при 256 сэмплов за 43 секунды. Такой при 100 сэмплов за 19 секунд. И, наконец-таки, такой при 10 сэмплов за 3 секунды. Как видите, уменьшение сэмплов не дает значительно худшей картинки. А теперь представим, что мы рендерим не картинку, а целую анимацию. И насколько сильно у нас увеличивается время рендера. По итогу, рендер в 10 сэмплов дает отличный результат для того, чтобы, например, выложить свою работу в интернет. Надеюсь, это поможет сэкономить тебе часы томительного ожидания. Поставь лайк и подпишись, если это оказалось полезным. Спасибо за просмотр, творческих тебе успехов!